Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример. Мы продолжаем наше прохождение God of Weapons. Давайте сыграем за купца. Стоимость товаров уменьшена на четверть. Минус 10 от удачи. Получаем дополнительно плюс 1% к урону за каждые 32 золота в инвентаре. Чем будем играть? Так, ну наносить огненный урон за время, это нужно мгновенно наносить. Вообще все выглядит отстойно. Только могущественный меч выглядит более-менее. Так, первоначальный предмет. Запятнанная корона. Соседнее оружие выбивает из врага больше золота при убийстве. Сложность. Погнали. Подрезай, подрезай. Да, ну обгрызай мне хпшку, нихерово. Там пожрать не было ничего. Так, давайте, наверное, бутылку сожрем. Дела-то не очень хорошо идут. Так, надо копить бабки. Надо было рерол сделать. Так, можно ли как-то разместить? Или нельзя? Можно ли как-то разместить? Ну, интересно, наверное, нет. Так, вампиризм. Вот это пойдет. Ну ладно, хрен с ним, в следующий раз. Нормально. Вот там фары я могу крошить. Вот это у меня хорошо получается. Да чё херово это всё вампирит?
Можешь взять косо. У меня как раз не выполнена штука с косами. С косами-то вообще будет на изи. Она еще чуть-чуть короче меча. Вот оно как. Вот оно как. Погоди-ка, погоди-ка. Что тут можно сделать тогда? Это ничего, естественно. Есть это. С этим что делать? Ничего тогда не сделаешь. Видишь, придумал чего-нибудь. Давай еще что-нибудь прикольное. Вот эту штуку давай. Не, косо, ты чего комфортнее? Это все фуфло. Ну, мы, кстати, 3000 потратить за один поход в магаз. Сейчас сумма, конечно, жуткая. Это сразу минус 100% от урона. Не влезает все равно. Ну а что дельное-то можно предложить? Ну это все копейки. Даже вот это увеличение ресурсов. Все равно херня. Копеечная. Ясно, понятно. Ну, при том, что косы вампирит куда лучше, все равно от вампирицы не так просто. Можно и не отвампириться совсем. Вампириться в один конец. Тридцать один.
Ничего делим. В следующий раз. Не, ну просто это гарантия на прохождение, вообще не паришься. Все-таки, ну, не так просто уровень сложности 5. Можно упасть. А тут тебе предлагают, что ты не упадешь. Хотел косы, а в результате опять топоры. Как не влезает? Не влезает что-то. Мозг у тебя не влезает. Как-то все неудобно. И так, и этак. Но... пусть будет вот так. Идиотски, конечно, идиотски. Безобразие. Ну что я могу поделать? За меня все решили, как обычно. Я не при делах. Значит, это 6, а это 9. Мы эту штуку продадим. Что-то должно получиться. Ну, непонятно. Так, двигаемся. Ну... красота же, но... все работает. Все правильно. Точильный камень. Ну, бабок побольше дайте получать. Как редко атакует. Ты меня так это не разочаровывай. Атакуй чаще так. Крутилкой своей. Что обычно эта атака полная говно.
Всего две ячейки. Значит, смешно. Да, топорики, конечно, хороши. Больше ресурсов, но меньше удачи. Надо это мне? Думаю, пока нет. Говорит, возьми ритуальную куклу. Ты хочешь. Будет воскрешение, возьму. Сейчас нет. Ничего дельного. Благо. Да, ну плюс 100% к урону — хорошая штука. В общем-то, даже топорики второго уровня становятся хорошим оружием. Просто у них шанс на вот это срабатывание этой вертушки маловат. Четыре тысячи. Наверное, надо действительно копить бабки. Сейчас, может, топор купим? Ну, один. Можно? Ладно, прощай. Меч. Будем играть. Так, погоди-ка.
Тетрис этот чертов. Так, сейчас мы придумаем хороший элегантный вариант. Может быть. Блять, его как будто нет. Ну все, я расставил так, чтобы были еще варианты, куда поставить топор. В будущем, естественно. Надо выстраивать где-то. Чтобы было 6 топоров. Жадность же. Видишь, топорик. Ну хочется побольше. Так, а где элита? Она бабки принесла. Ну, кстати, неплохо по щам она получила. Прям сразу. Только начала щелкать клювом. Сразу получил по щам. Кстати, можно сдохнуть, вот мне не нравится перспектива играть без воскрешения. О, все, сейчас подлечимся. 5 косарей у нашего купца. Не, ну волшебства тут нет. Так что надо что-то продавать. Никакого волшебства. Но нужно 3 ячейки. Хоть обосрись, ничего не получится. Обломно, конечно. Ну что-нибудь очень хорошее есть. Топор еще. Ну, не могу сказать, что прям очень хорошее. Урон, скорость атаки, скорость передачи. Ну, такое себе. Надо ботинки себе взять. Лучше бы дали одно воскрешение.
И наковальню. Прилетает просто раз и сразу 24 минус. Очень жестко. Урон 177%. Ну, должен выносить просто вообще нахер всех. А получается, что фигня какая-то получается. Ну ясно, просто отбирает бабки все. Купец, который не может достать нормальный товар. Ну блин, как так-то? 38 хп всего осталось. Досада. Самое настоящее. Сведем счеты с врагами. Жалко, нам золотую цепь не дали. В принципе, вампир это неплохо, но у него такая маленькая броня, что это ему что-то прилетает, прилетает настолько дохера, что это даже от вампирить-то сложно. Крайне напрягает. Вращайте барабан. Ну наконец-то. Можно хоть немного расслабить булки.
7,5 тысяч. Потратить трешку, конечно, жалко для достижения. Но может быть это прям перед финальным сражением, если получится хорошо раскачаться. Типа и так вынесешь. Ну или убежишь. Не, урон хороший. Урон мне нравится. Броня, блядь, не нравится. Вот совсем. Нет, 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 нет. Блядь, там чуть не зажали. Получить воскрешение и сразу же его потерять. Вообще, перспектива так себе. Больше, больше золота надо. Раскошеливайтесь, монстры. 9700. Урон 300% почти. Мало. Надо больше золота. Золото. Больше золота. Может, не хватает удачи, дайте кубики возьмем. Но это чушь полнейшая. Смотри, удачу в плюс вывели. Как тебе такое? Вампиризм на минус 4 от здоровья. По-моему, неплохо. Хотел бы вот такую штуку попробовать. Так, что мы тут можем сделать? А, тут 15-я волна следующая. Наверное. Забыл, если тут номер соответствует, не соответствует. Ну, в следующий раз. Да, 15. Ну, на 15 и так элита. Ну, что-то многовато будет. Все! Вот и вся элита ваша. Да, топоры, конечно, читерские, по сравнению с другим оружием. Шесть ячеек, только начало. Еще давай. Пойдет. Еще элита. Пойдет. Пусть будет еще элита. Сколько денег? 10 косарей. Больше золота. Нужно просто больше золота. Четки. Еще вот такая штучка. Я хочу вот такую штучку.
Ну, в следующий раз. 9700. Я потерял воскрешение. Вот это неприятная новость. Обидно. Ну ладно, застали врасплох. Кем не бывает. Блять, 36 какой черт отнимает. Как же это дохера? Неудивительно, что элит меня так это быстро. Так, ну сейчас разберемся. А, но все равно то там хренотень, то здесь. Не особо хочется такую штуку брать. Лучше лампу взять. Ну ясен хер, хорошего ничего не будет. Это одна параша. А, ясно, понятно. Так, ну нам трешку надо потратить. Хотя бы на 19-й волне. Мы могли какой-то там предмет взять.
Нет, тут никаких чудес не может быть. Так. Сейчас мы сделаем. Я в себя верю. Это ужас, ужас. Ну, справились. Так, еще что-то есть. Ничего отдельного, естественно, нет. Блять, кто бы сомневался. А на реролы потратить это считается или не считается? 3000. Не, урон отличный. Блять, только можно сдохнуть даже. Несмотря на этот урон. Блять, ну как так-то, но... Седло. Плюс к урону за каждую скорость передвижения. Надо скорость передвижения иметь высокую. Брать такую штуку. Может начать тратить бабки, эти тысячи. На реролы считается или нет? Вот вопрос. Ну, ого! Элитный враг. За элитного врага получайте бонус. 4 клеточки.
Ты хера? О, вот этот топор. Ну давайте, короче, тратить деньги. Вот, пока он не напишет. Будем тратить, пока он не напишет. Вот. Гениальный план. Надежный, как швейцарские часы. Имейте 60 здоровья, видишь, я еще какую-то херню выполнил. Ну как мне не влезает? Блять, какая кривая херовина. И так не влезает. Все, 3000 потратили, отлично. Хоть с этим я справился. Мы здесь тоже совсем разберемся. Ну, конечно. Тоже пойдет. Тоже пойдет. 12000. Бабки он неплохо зарабатывает сейчас. Так, скорость передвижения. А нафига она мне нужна? Неплохо, неплохо. Ну, ясен перец. Все, погнали.
Вылазь, подлый трус. А, ссышь уже. Так и знал. Сыкло. Чистая победа. Ну и где? А, их не надо покупать, они сразу закидываются. Вот жалко, вот эта штука не открыта. Суверенитет. 50 ресурсов при игре за короля. Как не удалось раскачать. Жалко даже. Ну, короче, какая-то там книга теперь доступна. Она дает... Или что это? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Погоди-ка. А вот, счетная книга. В начале каждого этажа дает золото в зависимости от общей стоимости соседних предметов. То есть надо какие-то супер дорогие предметы и все. Ну, надо посмотреть, как это работает. Любопытно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи уже в следующей серии. Всем пока.